Площадь Бакерея расположена точно в середине бульвара Лас-Рамблас, между морем и площадью Каталунии. И самый примечательный дом на ней – дом Бруно Куадраса. Он стоит на четной стороне бульвара и легко узнается и по дракону на углу, и по общему китайскому стилю, и по многочисленным зонтикам на фасаде. Дом Бруно Куадраса построили в конце 19 века. Заказчик хотел, чтобы на первом этаже был магазин зонтиков. А после Всемирной выставки 1888 года Барселону захватила мода на все азиатское. Так и появился на площади Бакерея дом воплощения стиля шинуазри, или, как его еще называют, дом с зонтиками. Первый этаж дома Куадраса – красный. В Китае это цвет успеха и достатка. Выше – веера и сами китайцы в национальных костюмах. Еще выше – балкон с барселонским драконом, держащим фонарь. А еще выше – на фасаде декоративное панно, сложенное из зонтиков. Есть ради чего задержаться туристу. Задержимся!